Доброго времени суток, уважаемый зритель! Я продолжаю тебя знакомить с проектом Вендио. И, как видите, осталось 2 часа, когда вы можете приобрести данный токен. Давайте поговорим немного о токене, раз я затронул эту тему. Перейдем, собственно, непосредственно на токен. Здесь нам дают информацию о самом токене. Как видите, как он называется, Венди, но это логично. Но я хотел поговорить немного не об этом, а именно о цифрах, которые относятся. Вот мы до них и дошли. Как видите, финальный раунд это как раз сейчас, да, потому что у нас как раз 10 ноября. И именно сейчас у нас и проходит заключительный этап. Только я не понял, почему здесь написано просто уже финальный раунд, да, до 10 ноября, с 20 октября. А сверху, давайте вернемся на сайт, нам показывают бонус 20%. Не знаю, есть ли этот бонус или нет, может они просто рассчитывали больше, что у них купят больше токенов, а может быть не произошло этого, поэтому 20% бонусом осталось. Но, как видите, 2 часа, как было 2 часа, так и осталось 2 часа до завершения ICO. И это видно и по цифрам сверху. И, собственно, здесь мы также видим, что финальный раунд заканчивается именно сегодня через 2 часа. Видим, что один Венди стоит 20 центов. Вы можете его приобрести. Также для этого можно нажать просто buy, то есть купить токен. Как видите, ниже расписано, на что пойдут токены, да, но они сделали как-то немного странно и сделали примерно все одного цвета. Но это, собственно, не главное. Как видите, дорожная карта представлена. Она немножечко необычная, да, в том плане, что что-то выделено большим, где-то красный кружок большой. Future, видите, будущее у них так описано. Видите, вот сюда выведено оно. Но, собственно, очень мало написано в дорожной карте. Я думаю, все равно этого как-то не очень достаточно, да, как-то очень уж мало расписано, что же они собираются сделать. Далее команда. У каждого, видите, есть профиль в LinkedIn, на который вы можете, конечно же, перейти. Но, к сожалению, нет никакой информации о каждом из них. Я имею в виду, если не переходить на LinkedIn данного человека. Почему-то они не сделали здесь никаких ссылочек, да, чтобы можно было, ну, точнее, не ссылочек, а какой-то информации небольшой. Ссылочки на LinkedIn есть. А вот именно какой-то небольшой информации, чтобы не переходя никуда, ни на white paper, не переходя в LinkedIn, можно было немножечко их изучить. Это, конечно же, небольшой минус, но я думаю, что с командой познакомиться вы также сможете. Скажу только, что команда действительно у них сильная, а знакомиться со всеми я думаю, это будет очень долго. Видите, что людей действительно много. Представлено 15 человек на сайте. И на этом заканчивается сайт. Вот так он заканчивается. Поэтому я еще раз вам советую. Успевайте приобретать данные токены. Ведь осталось всего 2 часа до завершения продаж. А я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.